так вот выглядит. Целая коробка пауэрбанками. А в коробке их получается 22 штуки. Такой упаковки картонной с голограммой. Простенький пауэрбанк. Пленочку завернут. Инструкция. Кабель заряда. Хороший пауэрбанк. 10 тысяч мА в нем есть. Да, порт зарядки, порт разрядки, индикаторов никаких. Сам корпус очень качественно сделан. Такой тяжелый, надежный пауэрбанк. Приходит он еще завернутый в пакет, запечатанный герметично. Пауэрбанк неразборный. Он на клею. И чтобы его разобрать, приходится его вот так вот по контуру расковыривать. То есть собрать его можно обратно на клей, но он не за щелках, не на винтиках, а просто разборный. Внутри 5 аккумуляторов. Аккумуляторы на 2000 мА. Так. И вот такая плата, контроллер. То есть все аккумуляторы подсоединяются в группы 3 плюс 2. И эта плата просто выравнивает напряжение до 5 вольт. Вот так вот это выглядит для сборки. Фотографию я провожу в момент, когда я его разбирал. И вот там все внутри пропаяно. И, к сожалению, с балансиром здесь какие-то проблемы. То есть он выравнивает только по группам. Соответственно, аккумуляторы будут умирать быстрее. Но зато он очень дешевый, самый дешевый вообще пауэрбанк, который существует на данный момент на Алиэкспрессе. С нормальной емкостью и качественной. Соответствует 2000, она должна быть. Вот время разряда, разрядился, вот вольтаж, то есть 2000 в принципе они имеют и нормально разряжаются. Сейчас поставим на зарядку, посмотрим, сколько примут. Зарядил я эти аккумуляторы, причем зарядил уже второй раз. Вот, они полностью заряжены. Но что интересно, да, вот напряжение почти одинаковое. Зарядка не идет, но заливается в них чему-то меньше 2000. Заливается в них вот около 1,9. А на разрядку они оба раза показывают около 2000. Как-то странно. Такие вот аккумуляторы, то есть номинально они 2000. 2000 они выдают, но на зарядку, ну, первый раз и второй раз они вот зарядились вот настолько.